Поиграемся немножко с этой штукой. А-а-а! Дед, вонючка, как ты сюда дошел до меня? Офигеть! Вот это я постоял, поигрался. Дед пришел. А чё дед уже вниз? Дед вниз идет уже. Так, здесь ничего интересного нету. Вот, дед идет. Так, фиг тебе, фиг тебе, фиг тебе, фиг тебе. Фиг тебе! А-а-а! Так, все-таки он меня щелкнул. Так. Где я? Ага. А, я здесь спустился, да? Так, ладно, берем этот ключ. Он открывает сейф, кажется. Блин, бабка, нет! Щелкнул, убила меня бабка. Всем привет, ребята! Сегодня продолжаем играть Гренни, бабка с деткой. Грэндма, грэнфа, где вы тут? Веселое прохождение. Так, они у нас, ребята, отсюда будут выходить. Получается, начало такое, что они выходят из спальни. У нас есть немножко времени. А, нет, у нас немножко времени. Немножко времени, по идее. О, дед, 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 дед. Блин, а чё дед уже вниз? Дед вниз идет уже. Так, здесь ничего интересного нету. Вот, дед идет. Так, фиг тебе, фиг тебе, фиг тебе, фиг тебе. Фиг тебе! А-а-а! Так, все-таки он меня щелкнул. А-а-а, вонючка, он меня убил. День второй. Меньше за минуту меня убил, представляешь? Меньше минуты. Это вообще нормально? Ах, ладно, идем. Идем, идем, идем. Так, вот этот ящик. Кстати, можно его разбить, там что-то лежит. Давайте сразу двери пооткрываемся. Так, вот здесь надо какая-то крутилочка сюда нужно поставить. Вот это я не понимаю, что это за помещение такое. Здесь даже спрятаться нельзя вроде бы как. Или можно? Нет, нельзя. Нельзя спрятаться. Даже мы пытаться не будем прятаться здесь. О, дед идет. Так, идет дед, гад. Так, давайте спрячемся сюда, под кровать быстренько. Во. Вот, идет, смотри. Он сейчас меня не найдет и уйдет. Стоит, смотрит. Все, ушел. Уходит. Сейчас проследим, куда он пойдет. Эй, дед, я здесь, я тебя вижу. Я вижу твою руку. Так. Опа, он меня заметил. Он меня заметил. Ладно, мы сейчас вниз пойдем. Вот он идет, смотри, за мной. Убегаем, убегаем, убегаем. Так, я даже не знаю здесь, куда спрятаться. Давай вот здесь. Здесь, краешку. Все, он даже, смотри, он сюда даже не заходит, прикинь. Так, постоял и ушел. Эй, вонючка! Так, все, ладно, ушел, да ушел. Здесь немножко постоим. Так, как же мне вот это разблокировать? Нужен ключ. А какой ключ? У деда, который этот висит на груди, что ли? Вот этот ключ? Или это ключ от его комнаты? Блин, как же он меня здесь находит? Вот хорошо. Так, все, он ушел, дед. Давайте подождем. Поиграемся немножко с этой штукой. А-а-а! Дед, вонючка, как ты сюда дошел до меня? Офигеть! Вот это я постоял, поигрался. Дед пришел, убил. Вообще это нормально? Ой, я считаю, что это ненормально. Вот так вот. Во-первых, он меня напугал. Так, давайте сразу эту дверь откроем.
Пошли. Так, здесь ничего нету, пусто. Здесь тоже. Здесь откроем, посмотрим ящики. Они тоже пустые. Ничего в них нету. Давай здесь посмотрим. Пусто. Тоже пусто. Бабка вонючая идет. Так, давайте быстро уходим отсюда, вы нафиг. Спускаемся вниз. Ася там дед. Внизу. Так, бабка стоит, смотрит по сторонам и не видит, темно. Все, ушла. Ушла. Так, давайте наверх поднимемся. Что у нас здесь наверху? Пусто. Так, здесь что? Ключ. Тоже ничего нету. Тут тоже ничего нету, пусто. Так, ладно. В комнату их зайдем. Кстати, вот здесь можно спрятаться. Под кровать. Ладно. Давайте здесь откроемся. Сейчас здесь спрячемся, сюда. Здесь посидим. Вот так. Здесь никого нету. Я надеюсь, они меня здесь не найдут. Так, а вот это что такое? Вот это вот. Ага. Блин, там, смотри, ломик лежит. А вот эта решетка, как снять? Как снять решетку? Я не понял. Здесь лежит ломик. Ладно, сделаем по-другому. Пойдем сюда. Так, здесь никого нету, да? О, ключ какой-то. Мы нашли ключ. Это ключ от комнаты. А, нет, это не тот ключ. Это не тот ключ, к сожалению. Пусто. О! Подожди, подожди, подожди. Все. Теперь я могу стрелять. На тебе. Вонючка. Все. Так, отключили мой деда. Но там где-то еще бабка ходит. Короче, знаешь, что сделаем? А, чтобы не терять времени. Мы сейчас и бабку сейчас щелкнем. Так, бросаем пока оружие. Берем ключик. А, зачем я сюда-то провалился? Ладно, давайте ключ взяли. Ой, пошли отсюда. Так, может быть... вон откуда это все дело. А как нам вот эту штуку-то разломать-то, интересно? Так, не отсюда. А тут мы не можем открыть. Тут пусто. Синий ключ, короче, открывает ту дверь. Так, а здесь потаенная комната. Сейчас мы сюда спустимся, посмотрим. Может быть, нет. А, не подходит, слушай. Этот ключ. Ладно, мы его бросаем, нам не нужен пока. Пошлите тогда. Пульку эту заберем. Она где? В какой комнате? Где-то здесь же, да, я их оставлял. Вот она. Стрелялочка моя. Берем. Так-так-так. Так-так-так. У меня есть стрелялочка. Это мне ничего не страшно. Так, мы здесь все обшарили, да? А, здесь еще не смотрели, не смотрели. Тут ничего нет. Тут мясо надо будет нам взять. Так, ладно. Эти, значит, бабка с детком уже ожили, наверное. Сейчас я их найду и щелкну. Так, ключа нету здесь, да, случайно? Ключика нету. Ну где вы? Бабушка, дедушка? Где вы? Алло? Грэндфа, грэндма?
Где вы ходите здесь? Я иду по вашу душу. На. Отдай мне сюда эту штуку. Все, падай. Так, у тебя есть 2 минуты написано. На. Так, 2 минутки у меня есть. Угу. Так, давайте посмотрим, что здесь еще у меня было. Так, вот это я не знаю, что. Давайте его выбросим. Так, а здесь ничего нету. К сожалению. Так, у нас кусочек мяса есть. Бабка, ты чё? Так, а где мое ружье? Опа! Ключ взяли у деда. Это хорошо. Сейчас мы откроем что-нибудь интересное. Так, а где? Кстати, вот здесь вот. Здесь ружьишко возьмем. Это, наверное, от этого ключ. Нет? Слушай, а что за ключ? Это может быть от моторной лодки? Точно. Это ключ от моторной лодки. Ну, сейчас мы попробуем, посмотрим. Бросаем туда. Ну, берись уже быстрее. Так, ладно, идем. Так, пистолет сюда бросим. Возьмем ключ. Блин, а вот он ключик лежит. Блестит. Сейчас проверим, ключ этот от лодки или нет. Угу. I can't start board earth. Надо дофига чего здесь. Я не знаю, чего это ключ. Ребята, напишите в комментарии, для чего этот ключик нужен. И что нам мне с ним делать. Ладно, пусть здесь пока полежит. Пистолетик возьмем. Пойдем дальше. Подожди, может быть, ключ от этой комнаты? Да нет. Я не знаю, чего этот ключ. Может быть, от этого сейфа ключ? Точно, точно, точно. Так, пушку я здесь пока брошу. Сейчас я пойду достану ключик этот. А где этот ключ? Куда я его бросал? Вот он. Берем ключ. И сейчас попробуем этот сейф открыть. О, бабка пришла. Блин. Как не вовремя. Как она не вовремя сюда пришла. Давайте здесь прячемся от бабки. Короче, если она сюда зайдет, я буду отворачиваться, чтобы она меня не убила. Так, ну вроде бы ее нету здесь. Может быть, я отвернусь, и все будет хорошо. И она меня не найдет, она меня не убьет. Нет, нету никого. Ждем, 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 ждем. А, нет, она ушла. Слушай, она ушла. Пошли быстрее наверх. Откроем сейф. Так, дверь закроем. Блин, это не от этого. Это ключ не от сейфа. Блин, от чего этот ключ? У деда. Может быть, это... Слушай, я понял, от чего это. От комнаты их, наверное. Наверху у них комната. И ключ это от комнаты деда с бабкой. Точно. Блин, а где та комната? Та затаённая комната, я не помню. А, вот она, комната эта. Да! Спейс, это что делается? Так, я что-то нажал, я не понял, что. Ага. Бабка где стоит? Так, бабка по комнате шарится. Так, а это что за... А дед где? О! Наверх, пошли наверх, залезем. Я здесь еще не был. Наверху. А, газолин. Вот я нашел газолин, прикинь. Так, а это что за комната?
Решетка какая-то. Space to drop. Так, а здесь ничего нету интересного? Так, варпан ключ. Варпан ключ. Блин, я... Так, этот ключ мне уже не нужен. Так, берем вот этот ключ. И он, в принципе, мне и газолин нужен, блин. А. Так. Где я? Ага. А, я здесь спустился, да? Так, ладно, берем этот ключ. Он открывает сейф, кажется. Блин, бабка. Нет! Щелкнул, убила меня бабка.